Всем привет, мои дорогие друзья, с вами снова я, Паха, и сегодня будет новое прохождение в мире Террария. Что ж, поехали. Создаем нового персонажа. И вы, наверное, задаетесь сейчас вопросом, а куда делся мое другое прохождение? Да все, в принципе, легко. Оно у меня взяло и сбросилось. Да, мне самому даже за это обидно. Так, давайте, короче, я создам персонажа, и мы продолжим. Так, ну вот и все. Простите. Так, я немного подогрип, и думаю... И я надеюсь, что вам хорошо слышно. Так, давайте назовем его Паша. И зайдем в него, в этого персонажа. Странно, как это звучит. Так, давайте создадим маленький мир на нормале, на эксперте. Потом будем проходить. Если наставите много лайков, то я пройду на эксперте. Так, напишем имя World. Точнее, не. Давайте Survival. Все. Немного охрип из-за этого. И у нас будет искажение. Так, ну, ждем, пока это все создастся. Погнали. Так, ну вот он уже и почти создался, этот мир. Ну и погнали, поиграем в него. Посмотрим, что там да как. Вот дошел мир. Подлагивает, но надеюсь, на записи это будет. Так, и это. Не так заметно. Ну, сейчас, короче, я добуду деревья, и мы продолжим. И, кстати, пока я срублю деревья, хотела вам сказать, что извините меня за прошлый ролик, это убийство на глазах толпа было. Я там забыл сказать в конце, что не нашел картинок, вот в описании написал. Так, и еще... Простите меня за то, что видео так долго не выпускались, потому что вчера были проблемы там с рендером, там надо было сделать все нормально, точнее скачать, потратил на это 4 часа на скачку. Кстати, вот из-за этого и лагать больше стало. Надеюсь, на записи меньше видно. Ну, и из-за этого я тупо не успел записать ролик, мне еще на улицу идти. Так, ну, а мы возвращаемся до момента, возвращаемся до того момента, когда я уже добуду, не знаю, где-то 250 дерева. Погнали! Не успела срубить и 4 деревьев, то есть срубила 3, и уже 257. Давайте я построю домик, хижину какую-нибудь, и продолжу. Так, ну а сейчас я направляюсь в шахту. И найдем, надеюсь, там что-нибудь такое интересное. И, конечно, простите меня за то, что я хрип немного. Больше не буду на улице орать. Так, ну, я что-то хочу с вами немного побеседовать. Давайте пока что побеседуем. Так, это вот что такое? Себе. Свинцовая руда. Такая странная. Ладно. Короче, давайте я все-таки пропущу до того момента, как я дойду до какой-нибудь шахты. Погнали. Так, ну наконец-то хоть какая-нибудь пещерка. И смотрите, сколько я прошел. Так, довольно много. Скажу, что прям. Так, и у меня до сих пор нету факела, мне ну вот серьезно, где? Где есть? А я вниз спускаюсь, по карте вижу. Короче, вылазю, и мы продолжим.
вот я и вылез, немного воспользовался читом, телепортировался, как в прошлой серии потеряли. В позапрошлой серии потеряли. Ну, та серия... Не серия, а та рубрика уже все подходит к концу, потому что... Ну, больше невозможно снимать. Там это уже... Мир удален и все дела, короче. Так. Если я как-то говорю по-другому, то извините уж меня, потому что я только встал буквально. Как-то полчаса назад. Но я хрипший до сих пор. Так. Два огромных камня. Я их не буду ломать, потому что, наверное, могу. Я тут не буду пропускать, потому что здесь можно будет пирамида. Так, давайте, кстати. Кстати, сломаем кактусы. Так, ну и я продолжу, хотя что-нибудь интересное тогда найду. Погнали. Кстати, если у вас нету. Если у вас нету факела, то можно воспользоваться монетками. Они так неплохо освещают. Так, ну я буду отсюда пытаться вылезти. Ого, смотрите, какая смесь. Джунгли и пустыня. Ну, здесь кактус растет. Давайте оставим его. Как так просто? Это ж невозможно. Давайте я раскопаюсь, короче, сюда, и мы продолжим опять. Так, ну я надеюсь, что там будет у нас этот, как его называют, ковер. Или там вообще ничего. А, вот. Давай, монетку. Ковер самолет, да. Надеюсь, прям. Так, подсвечиваем. Ну, я так и думал просто. Я так и думал. Посмотрите на меня. Какой я неудачливый. Ну, зато хоть голды дофига. Голды. Это просто божество. Но у нас до сих пор ни одного факела нет. Да. Фух. Давайте я вылезу сейчас, и мы продолжим запись тогда. И, кстати, да, в этой серии не будет всяких битв за боссом. Так что, если вы хотите какую-нибудь битву, то смело покидайте это видео, потому что, ну, как я уже сказал, здесь битвы с боссом не будет. Скорее всего, она будет в следующем видео. На это посмотрим, как все будет. Хотя нет, в следующем видео это будет сегодня. Наверное. Так, ну, я до сих пор пойду в ту сторону. И, кстати, ночь приближается уже. Не знаю, что, зачем я это сказал, но он просто приближается. Фух, ладно, я погнал вот туда. Блин, ой, да, право. Погнали. Сундучок был, забыла о этом сказать. Поэтому он желтый. Но я в джунгли не пойду, пока у меня не будет факела. Посмотрите, просто ни одного моба. Как так? Мне надо, чтобы появился хоть один слизень из джунглей. Ну что, до сих пор продолжаем идти. Фух, наконец-то джунгли закончились. Главное сейчас допрыгнуть. Ну, сейчас допрыгну. Фух, ну
до сих пор продолжаем идти. Так, ну, в принципе, больше тут ничего интересного нет, так что я думаю, стоит возвращаться домой. И у меня до сих пор нет факелов. Так, я думаю, на этом стоит серию заканчивать. Это получилась унылая серия, я ничего вам об этом не говорю. Ну и всем удачи, всем пока, друзья.